шла в Этрусский музей Кинчано Терме. Этруски – это та самая цивилизация, благодаря которой, собственно говоря, и потом сформировалась Римская империя. И они творили в первом тысячелетии до Рождества Христова. Поскольку Кинчано Терме – это вот тот самый город, где находится колыбель этрусков, и в основном они здесь строили города для мертвых. Смотрите, вот этот фрагмент, который мы с вами видим, он датируется 4 веком до Рождества Христова. Этруски, они придавали очень большое значение смерти. То есть они считали, что человек после смерти, он, жизнь его продолжается, но в другом формате, как мы говорим сейчас. И если он был богат при жизни, то он обязательно будет богат и после смерти. Поэтому в могилы клали огромное количество драгоценностей. По этой причине последующие годы для жуликов эти могилы, они стали, в общем-то, своеобразным Эльдорадо. Вот смотрите, вот этот фрагмент, погребальный фрагмент, а он, кстати, еще и символизирует жертвоприношение. И они использовали в том числе и людей. Вот, и здесь описывается, что здесь фигура ребенка 8-10 лет, и вот он находится на каком-то животном.
Обратите внимание на этрусскую письменность. Очень много увидим греческих букв. И важная деталь, что этруски, оказывается, писали не справа налево, а слева направо.